Осень, как всегда, пришла в Зауралье неожиданно, с дождем, ветром и похолоданием. Но есть и хорошие новости. В областной филармонии вновь зазвучала музыка, а значит, совсем скоро нас ждет открытие нового концертного сезона. Выступлением артисты готовятся не в концертном зале, а в репетиционных классах. Прежде чем выходить на большую сцену, программу нужно обкатать. Работы в этом сезоне для солистов филармонии предстоит много, но это скорее радует. После летних каникул с новыми силами. Все равно лето, все равно большую часть отдыхаю на даче. Планов очень-очень много, программ много новых идей. Постараемся, чтобы это было на высоком уровне. На филармонии лежит большая ответственность нести культуру, именно академическую, в массы. Арию Маргариты из оперы «Фауст» Ксения исполнит на одном из концертов. Павел будет петь знаменитую серенаду Дон Жуана Чайковского. Эти номера войдут в один из концертов так называемого филармонического абонемента – единого билета на 3-4 и более концертов сезона. Уже в октябре артисты Курганской филармонии представят сразу несколько абонементских программ. Одна из них называется «Мастер и музыка» и посвящена 125-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Например, ария «Милая Аида», «Собачье сердце», булгаковская, оттуда же «Серенада Дон Жуана», опера «Гуно Фауст», поэтому фрагменты этой оперы тоже в нашей программе, музыка Шуберта. И еще одну программу, которую мы представим, это программа о музыке 20-х, 30-х, 40-х годов, так называемом раннем советском джазе, песенном джазе. Та музыка, которая звучала, которая достойна, чтобы исполнять ее сейчас. Концерты фестиваля Шостаковича, которые откроют филармонический сезон, также объединили в абонемент. Для тех, кто подробнее хочет познакомиться с системой единого билета и репертуаром, сотрудники филармонии устраивают ярмарку. Во-первых, можно будет приобрести единый билет на серию концертов, включающую 3-4 выступления, подобрать близкий по тематике абонемент. Это абонемент для самых маленьких, он так и называется, рождественский, это и сказки. Это абонемент фортепианный, абонемент вокальный, вокально-хоровой, точнее, он называется. И для любителей духовной музыки есть отдельный абонемент, для ценителей народного искусства. Ярмарка абонементов пройдет в филармонии в следующий четверг, 15 сентября, в 17 часов. Мария Львова, Андрей Федотов, Ольга Щеголева. Вести Зауралье.